Единый билет в самой популярной экспозиции появился в Вологодском музее-заповеднике. Его можно использовать для посещения 4 объектов музея, причем такой билет дешевле, чем обычный. О преимуществах нововведения рассказала директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева. С сегодняшнего дня мы начали старт продаж единого билета в музей. Он позволяет посетить сразу несколько музейных площадок, это 4. То есть это художественный отдел, это отдел природы и истории, музей кружева и музей мир забытых вещей. Это очень удобно, поскольку эти музейные площадки находятся рядышком, территориально, недалеко друг от друга. И, пожалуй, что это одни из самых востребованных музейных площадок. Этот билет рассчитан на группу из 2 взрослых и 2 школьников. То есть он позволяет, в общем-то, прийти в музей по-семейному, семейной группы. Но не только. Могут собраться знакомые, 2 семьи, мамы со своими детьми, приобрести этот билет и посетить наши музейные экспозиции. Этот билет льготный, он продается с дисконтом 20%. Я думаю, что это будет такое существенное условие и возможность для наших вологжан. И он рассчитан, кстати говоря, не только на вологжан, но и на гостей города, которые приезжают, например, на выходные дни и могут посетить наши музейные выставки, экспозиции с дисконтов и не за один день, а в течение, например, субботы и воскресенья. То есть это совершенно не обязательно сразу прийти на все эти площадки. Можно в одни, например, в каникулярное время посетить отдел природы, истории и художественный отдел, а в другой день, скажем, через неделю, через 2, прийти в музей кружева и в музей мир забытых вещей. Вообще это новая музейная услуга, и я думаю, что вот этот дисконт, он как бы подвигнет наших вологжан, семейные группы посещать музей более активно, что ли. Конечно, вот вводя такой единый билет на посещение музея, мы ориентировались на опыт других музеев, столичных музеев, европейских музеев, естественно, потому что такие единые билеты есть в других музейных объединениях. Ну и думаю, что этот опыт у нас тоже состоится, мы его будем продвигать.